В Махачкале задержан подозреваемый в стрельбе из сайги. Накануне из окна неизвестный произвел выстрел в автомашину «Приора» из огнестрельного оружия. В результате произошедшего пострадала крыша автомобиля. Стрелком оказался 41-летний местный житель. Мужчина утверждает, что во время инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения и не помнит обстоятельств случившегося. Я выпивал дома один пиво, и после чего я не помню, слишком много выпил. Спиртного. То есть вы не в курсе, что вы стреляли ночью? Я не помню это все. Пить спиртное употреблять мне нельзя, у меня бывает аллергия, после чего я не помню и плохо. Бывает, у меня отеки бывают, и надо пить супрастин мне. А вы помните, как вы в отделе полиции вообще оказались? Нет, не помню.